1 августа в Сочи поженились Татьяна Навка и Дмитрий Песков. На свадьбу не пришла дочь Пескова Елизавета. Девушка рассказала, что когда родители развелись, она решила занять нейтральную позицию. На свадьбу она не пошла, чтобы не обидеть свою маму. Елизавета подчеркнула, что старается не вмешиваться в отношения своего отца и Татьяны Навки. А как вы думаете, правильно ли поступила Елизавета, что не пришла на свадьбу отца? Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!